Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda 6 2012 года в белом цвете с бензиновым двигательным объемом 2 литра мощностью 150 лошадиных сил, АКПП передний привод. Автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установленные хромированные вставки, имеются повторители в зеркалах, пробег 187 тысяч километров. По салону темный салон, чисто ухоженная ткань. Имеется подогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, стандартная печка с кондиционером, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, датчик давления в шинах, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.